Я хочу кушать. Там вообще смешная история. Там вообще такая смешная история. Я говорю: Влад, ты уезжаешь, ты мне еды не оставляй, я на диете посижу. Потом он уехал утром, потом я просыпаюсь в обед, а еды нету. Я вообще в шоке, говорю: Влад, вернись. Влад говорит: через 5 дней вернусь. Я думаю: ёб твою мать.